Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. У меня возникла такая проблема. Epson P50 вот при включении сразу загораются вот две кнопки красные, и они не одновременно загораются, а загораются поочередно. Я через Print Help программу сброс памперса тоже делал, не помогает. Вот. Чтобы устранить этот неполадок, находим вот P50 Aldi Alman и вот эту программу скачиваем. После того, как скачали, вот, и открываем вот это, получается, вот, и вот это нажимаем. Нажимаем на это, делаем запуск, на это нажимаем, вот на это выбираем, отсюда выбираем вот этот, третий. Раз, два, три. Делаем ОК. Здесь вот галочки ставим. Нажимаем сюда. Идет небольшая загрузка. Появляется потом окошко. Нажимаем ОК. Потом вот здесь циферки появляются. Когда здесь циферки появляются, опять ставим сюда галочки. Нажимаем вот нижний сейчас. Потом на нижний нажимаем. Появляется табличка. Нажимаем ОК. Потом появляется вот такая. Ставим галочки сюда. Выбираем вот этот. ОК. Здесь вот циферки высвечиваются. Ставим галочки. Здесь большие циферки должны быть у вас. Большие циферки. И выбираем вот это. Вот, табличка. Здесь окей, нажимаем, ничего не меняется. Принтер. Вот здесь у нас принтер. Выключаем. Дальше включаем принтер. Вот он у нас. Заработал он у нас. Здесь. Окей. Все. Дальше закрываем все это. Сейчас откроем что-нибудь. Напечатаем. Печатает уже. Все. Памперс запрошен. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки.